Революция биткоина в Финляндии. Как сообщает CoinDesk, эксперты Центрального банка Финляндии Киамак Муаллеми, Якоб Лешно и Гур Губерман утверждают, что экономическая система биткоина является революционной, о чем они заявили в своем докладе от 5 сентября. Они сообщают, что работоспособность биткоина гарантирует протокол, и она не нуждается в регулировании, а взимаемые комиссии определяют сами пользователи вне зависимости от майнеров. Авторы доклада считают, что функциональность биткоина должна подтолкнуть экономистов к дальнейшему исследованию его непревзойденной структуры.